Так, всем привет, ребята. Всем привет. Сегодня Венгрия. Венгрия, шестой этап. Значит, что мы в лиге? Ну, сегодня, наверное, будет... Так, вот у нас в чемпионате какая ситуация, да? Так, в чемпионате понятно. Так, прогноз погоды. Смотрите, здесь дождь. Блин, может измениться погода во время гонки. Посмотрим. Не знаю. Текущая ситуация вот такая. Фиг его знает. Настройки. 20-30... Давайте катанем, что ли, разок. На суперсофте катанем, потому что здесь будет суперсофт рулить. Так, результаты практики быстренько сразу. Ой-ой-ой. Ну, 1/10, в принципе, фигня. Ладно. Ну, не фигня, но стратегия. По вот такой вот. Угу. Подожди, сколько там он ставил? 7. А, вот почему так. Так, здесь оставляем так. Здесь так, потом отрегулируем. Здесь на 17 кругов, по-моему, да, здесь на 11, да. Короче, почему такая стратегия? Потому что они все поедут, ну не все, но ну, много кто поедет по вот такой стратегии. Стратегия мне очень не нравится. Получается 98% износ резины. Ну экономия, ладно, но даже если 90-85%, это очень много. Это фигня. Но они поедут, поэтому мне приходится выбирать такую тактику, потому что они многие, кто поедут лидеры по такой тактике. Не все, много там разные варианты. Ну, я выбираю страусов, я пойду со страусами. Хочешь очки, будем страдать. Так. Еще раз прокатимся. Ну, давайте еще раз прокатимся. Ай, что я показываю? Давайте еще раз катанемся. Ну вот. Ну, температура уменьшилась, поэтому похуже мы проехали. Так, ладно. Здесь что? Ну, здесь как было, так осталось. Здесь как было, так осталось. Ну, короче. Так, квалификация. Сколько? 15 сотых, да? 15 сотых. Немного. Макусик, ой, темп какой. Ну, здесь мы рядышком. Кусика далековато. Вон Мартин. Так, на седьмом, да? На седьмом. Ну, посмотрим. Угу. Что он делает? Он что, залил меньше топлива? Я не пойму, куда он так летит, а? Чуть охлаждаемся. Неужели он меньше топлива залил? Неужели я прогадал с 14 кругами этими 13, что ли, сделать надо было? Я не знаю, боже мой. Но он и в квалификации 1/10 выиграл. 15 сотых, ну 1,5. Да ты что ты делаешь? Не, мы уставать не будем. Попробуем с Пуксиком покататься. Пуксик, давай догоняй. Пуксик, давай догоняй. Давайте сейчас посмотрим, сколько расход, чуть охладимся. Дадим Пуксику догнать. Нам надо жрать мака. Ой, как он летит, божешки мои. Так, давайте посмотрим расход. Из машин 7. Так и есть 7. Ёперный театр. Ну, на ободах поедем. Мы поедем на ободах. Так, давайте охладимся. Полностью охладимся. Пусть Пуксик зацепится за нас. Пусть Пуксик зацепится. Все, теперь газу. Угу. Блин, вот это плохо, что мы пропустили вот этого. Квая. Номер один. Нет, пароход. Угу.
Сейчас пуксик может уйти, да, вперед. Здесь обгоны очень... Ой-ой-ой, мы вылетели, ёперный театр, быстро перед... Ну как можно гонять? Ну как можно гонять на серьезном очень уровне? Так, ну мы этого догнали, это хорошо. Макусика догнали. Это, ой-ой-ой, перегрев какой, божешки мои. Это не опыт, это не опытность. Это не опытность, ты... Тьфу, понимает. И нам пришлось бустовать. А Макусик думает, молодцы, молодцы. Это неопытность была. Пуксик сразу это понял. Сейчас они будут друг друга катать. Надо в эту группу вклиниваться. Мы бы так и так сожрали бы Макусика. Зачем ты, дура, бустовала, квая, нет, пароход. Блин, все планы испортил нам. Надо газовать, перегреваться, но газовать и не отставать. В конце гонки, после гонки я расскажу по поводу улучшений, еще одну неофициальную информацию. По поводу улучшений болида. Это неофициальная информация, но мне кажется, она имеет смысл существовать. Расскажу вам, покажу на болидах, зайду в улучшение болида и покажу вам. Так, ну мы охладились чуть-чуть, давайте будем газовать. А у нас там топливо в аккурат, нам может не хватить топлива, да? Ой-ой-ой-ой. Давайте сейчас проверим. Так, 2,1. 2,1. Так, охладимся чуть. Сейчас этот квая будет подбустовывать, конечно, идиотина. Пойдет, охлаждаемся. 2,1, и у нас там 15, да, нам не хватит на 7 кругов, да, нам не хватит, а нет, должно хватить, по идее, опять Макусик полетел вперед, так, Пуксик его этого обошел, квая этого, так, я тоже его обошел, он перегрелся, походу, этот квая, но он нам не нужен, мы сейчас с Пуксиком Макусика будем кушать, без всяких бустиков. Так, Пуксик, ты не уходи от меня. Ну, куда ты полетишь? Ну, зачем ты это делаешь? Ну, мы же должны вместе работать, Пуксик. Ну, что ты делаешь, Пуксик? Ну, божешки мои. Я буду охлаждаться сейчас, Пуксик. Я сейчас цепляюсь и охлаждаюсь. У меня перегрев мой золотой. Не-не-не. Я буду охлаждаться сейчас. Я буду охлаждаться. Ой-ой-ой, как ты летишь. Я чуть-чуть. Пуксик пойдет, может, на 5-500. А, нет. Вот он. Давай, еще раз вылети, давай сейчас игра. Давай, еще раз вылети, чтобы я вообще подзазвенел здесь. Так, расход так и остался. А, нет, износ шины 4,7. Пойдет. Тогда должно, по идее, нам подхватить. Так, все, атакуем, чтобы квай этот нас... Ну, все равно на собой здесь длинная прямая. Блин, да, ну зачем нам, как мы могли атаковать, если... Обошли. Ну, фиксим, ладно. Ну, хоть двое только обошли. Сейчас надо впритык идти за этим квая, потому что он просядет сейчас. Он сейчас просядет. И будет подбустовывать к Пуксику, чтобы нам не бустовать. Блин, этот квай нам мешается. Он нам мешает. Но он раньше заедет на пидстоп этот квай. Ой-ой-ой, смотри, все, сейчас он будет бустовать. Сейчас он будет бустовать, конечно. А мы без бустика, да? Конечно. Пуксик молодец. Вот машина. Пуксик машина. Он даже не стал подбустовывать за Макусиком. Ну, потому что ему нет смысла. Мы так и так Макусика сожрем. Хотя там чуть-чуть потратить, там вообще микрончик. И все, и уже ты молодец. Опыт, конечно. Так, сейчас Макусик круговой, но он не зацепится, он его обгонит. Так, сейчас мы идем за тем квая. Квая, нет, пароход. Сейчас будет квая подбустовывать, смотрите. Нам нужно атаковать сейчас. Ой, сейчас будет подбустовывать, дура. Не бустуй только, дура. А, все, он на пистоп пошел. Все, пойдет. Все. Уже он не будет намешать. Все, я охлаждаюсь. Сейчас меня тут потрахнет толпа. Вот этот лотус. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько нас обошло народу. Божешки мои. Божешки мои. Мы седьмые вообще.
офигеть можно. Шестые. Брауншучек. Ну ладно, толпе ехать. 9% мы из этого квая потратили. Эпический маргаринтус. Так охлаждаемся, все. Ну, уже износ хорошей резинки. Так, Висперчик, ты будешь бустовать? А, круговой пойдет. Ну, зря ты бустовал. Ну, это хорошо, Висперчик, трать бустик. Ой, а что-то Брауншучек. Даже на обороне мы его чуть-чуть не обогнали. Так, на два круга. Этот и еще один. Ну, все по плану, да, все идет по плану. Сколько расход уже? 3,6 пойдет. Так, 3,6, два круга. О, 3,6. Ну, 30% останется где-то, да. Мы идем на пит-стоп. Этот лотусик разошелся вообще. Так, 14,6, ну, 14,1. Этот лотусик разошелся, вообще разошелся. Летит. Ну, что-то мне тоже. Так, мы поехали. Виспер пошел. Еще. Не, Виспер, ты зря, по-моему, это делаешь. Ты это делаешь зря, мой золотой. Так, 14.0 нам налили. Угу. 400 грамм у нас осталось. Ой-ой-ой-ой. А, не, все правильно, да? 14, да, я же так и ставил. Так, Брауншучек, ты будешь подбустовывать? Брауншучек, ты будешь подбустовывать? Блин, что-то мы это самое подпросили от этого квая, шмая отстали. Блин, надо быть готовым. Угу, все, я понял, да. Висперчик. Угу. Давайте по бусту посмотрим. Так. Это мне не очень нравится. Блин, Брауншучек проседает. Блин, сейчас мы опять будем бустовать. Да ёперник, как-то надо обгонять, что ли? Не пойму я, что нам делать. Так, по бусту. Здесь миллион, здесь тоже лотус этот. Там лотус этого включим. Так, быстренько. 14.1, да. Попотратился Брауншучек, Виспер и мы, да? Мы. Так, мы все заехали толпой. Давай, быстрее. Фу, ёперный театр. Что это такое? Так, букса поставил. Ага. Я тебя понял. Так, ладно. Так, пошел перегрев, никого мы из них обогнать не смогли. Опа, Брауншучек тоже охладился, да? Но у нас из этой всей толпы с Брауншучека меньше всего. Это хорошо, что его обошел, дуру эту, квай этот, надо его отцеплять уже. Так, эти поперли, Висперчик попер, блин, фиговенько. Пуксик нас сдерживает всех. Пуксик поставил софт. Надо его обходить, да. Угу. Теперь, блин, будет Брауншучек бустовать? Ой-ой-ой, это кто? Бадгер? Бист? Ты откуда вылез? Нет, Брауншучек не будет бустовать, да? Не будет бустовать. Так, обошли, все, охлаждаемся. Лотус там этот выехал. На
Надо в аквае, что поменьше топлива. Блин, отпустили эту группу, ёперный театр. Эхихихихихих, что мне делать? Бустовать? Тратить кучу буста? Лотос этот набустовывает. Так, охлаждаемся, у нас перегрев сумасшедший. Обгони его, браншучек, ну что с тобой, блин, а? Что-то, по-моему, эта гонка все просрата у нас. Сейчас попробуем за кругового цепануться, да? Так, не, газовать нельзя. Блин, мы его обгоним, что ли? Даже на полной обороне обгоним. Блин, ну не надо обгонять его. Ну не надо нам его обгонять же. Ну, конечно же, дайте нам зацепиться. Пойдет, все. А вот теперь начинаем уходить. Теперь начинаем уходить. Надо прощаться с этой всей группой. Пробовать догнать этих ребят. Посмотрим. Тут аквает. Потратил кучу буста, зацепился за нас. Ну пойдет. Тебе надо за ним удержаться. Кровь из носа. Кровь из носа. Даже перегреться хрен с ним. Ну, попёры, так чуть охладимся здесь. Вот он сбрасывает за кругового цепляться. Буду буставать за ним, да, за круговым. У него остался буст еще. Зацепится он, нет, за кругового. Не зацепится. Зацепился, смотри. Фу. Ну, так-то это хорошо, конечно. Так-то это, конечно, хорошо. Перегрев у нас. Вот с круговым катанулись и обошли. Пойдет. Кто это? Пуксик выехал, что ли? Божешки мои, что ты фантазируешь, Пуксик? Кошмар. Лотусика. Бустика не очень много. Будет он набустовывать, интересно, а? Лотусик, конечно, будешь. Ты же дура. Так, а что поставил Пуксик? Опять софт. А зачем? Непонятно вообще, что ты делаешь. Мне непонятно, как они по двое обгоняют нас, даже на атаке. Так, Пуксик понял, да? Пуксик понял эту всю тему. Макусик улетел вперед, божешки мои, Макусик. Успокойся, что ты делаешь, а? 42-3 круга, ну да, должно хватить топлива нам. У нас перегрев, она может цепляться за это. Если сейчас эта дура заедет на пит-стоп, это будет хана. Не заехала, да? Отлично, все, охлаждаемся. Так, нам бы сейчас прокатиться бы с круговым. Блин, неужели обгоним? Не, не обгоним, не должны. Сейчас прокатимся с круговым, охладимся и на полной атаке попрем. Так, все, атаковать, догонять, цепляться, нет, вот так, да, мы его нафиг, все, погнали за этой толпой, угу. Попробуем, если что, подбустуем, что у них с бустом, так, ты, нету, так, ты, немного, Пуксик, немного, так, идет у нас, так, блин, сейчас Висперчик заедет на пит-стоп же, ёперный театр, скорее всего. Но мы все равно подбустуем. Так, Висперчик, ты будешь? Или ты на пит-стоп едешь? Мой ты золотой, я тебя всегда уважал. Боже мой, какой ты красавчик. Пуксик, что творит? Так, мем на пит-стоп, все, насрать. Так, теперь софт. 17.3. Так, оставляем, да. Пусть лучше будет перелив. Потому что сейчас на софте будет сплошная атака. Сплошничком. Так, что по бустику? Чуть-чуть поменьше у него, да, Макусик? Ой, ребята, что вы делаете? Кто едет на пит-стоп с нами? Так, Висперчик попер, да?
Так, 17,3. Сколько льете? 17,0. Ну, 800 грамм, да. Перелива пойдет. Так, а пуксик на чем прет? Да поставь на софтике, да? Ты откуда вылез, RDC? Нет, пара. Как они все ушли? Он на чем? На софте, да? А, он еще не ехал на пит-стоп, блин. Нужно удержаться, придется тратить бустик. Придется тратить бустик. И ты поедешь на пит-стоп. Ты поедешь на пит-стоп, и только не едь на пит-стоп. Пожалуйста. Пойдет, пойдет, все, погнали. Блин, как же мне эту группу теперь догнать, а? Так, здесь кто? Макусик. No Longer. Это вообще хрен с бугра. Так, No Longer еще не заезжал? Не заезжал, понятно. Угу. Так, сейчас надо No Longer заехать. Прям срочно ему нужно заехать. Так. Здесь так, ну примерно равное. Так, давай-давай, под бустовую RDC-шка, давай-давай. Давай, мой золотой, давай-давай. Угу, отлично. Отлично. Так, погнали. Погнали. Ой, Висперчик, ты уехал, да? Мой, ты на чем ты? На суперсофте. Мой, ты хороший, ты хороший. Это хорошо. RDC-шка, иди, блин. RDC-шка, иди на пит-стоп. Мне не надо, чтобы ты катался с Макусиком. Нам не на... Ой-ой-ой, Пуксик что делает? Пуксик, блин, выиграет. Ладно, черт с ним даже, выиграй. Вот это будет по приколу. Так, Висперчик, у тебя нет буста, да? Ну, как всегда, ты ж такой парень веселый. Разгуляй. Угу. Так, тебе надо, чтобы нам топлива хватило. Так, этого... Угу. Так, RDC-шку мы подогнали, если что, подбустуем. Блин, RDC-шка сейчас догонит Макусика, да? Догонит Макусика. Так, RDC-шка, бустика нету у него, да? Да не вылетает, ты чё гонишь-то? А кто там первый идет, я не пойму. Что там за... Лотус? Хм. Ты чё гонишь, что ли? Нет, ребятки. Нет, ребятки. Ребятки, пойдет, пойдет. Блин, мы потратились с бустом, теперь у Макусика больше, да, буста? Так, давайте охладимся, все равно мы не удержимся за этой дурой. Да, чуть побольше. Чуть побольше, да. Ладно, ты круговой, получится у нас зацепиться с ним, прокатиться. Блин, ну только не обгоняем. Блин, мы обгоним. Блин, мы обгоним, ёперный театр. Сейчас всех их пропустим вперед, ёшкин кот. И Макусик сейчас начнет уходить, да? А, еще круговой нас обгони, вообще, чтобы было замечательно. Так, здесь суперсофт, RDC-шка еще на софте. Ну, RDC-шка это. Лотус идет, смотри. Сколько? 27 секунд. Лотус, заявочка. Заявочка. Так, Макусик, ты не будешь подбустовывать, нет? Не будешь, да? Угу, хорошо. Так, браншучик. О, за браншучика я забыл совсем. За браншучика совсем. О, еще и браншучик зацепился, да? Блин, надо охладиться. Браншучика тоже немного. Бустика, да? Угу. Так. Все, охладились газу до отказу. В качелях все меняется. Как на качелях? Уже пусик впереди там. Хм. Но они идут. Какой-то... Так, Висперчик, по-моему, не знаю, что он на пит-стоп идет, что ли. Но мы с Макусиком, в принципе, в одном темпе идем. Да? Или нет? Так-то да. Макусик, будешь подбустовывать? Будешь, нет? Будешь, нет? Будешь, нет? Будешь, нет? Будешь. А, будешь.
Ты, Макусик, нафиг ты это хотел сделать? О, все, Макусик вырвался на простор. На простор. Так, давайте чуть-чуть охладимся, быстренько, пока есть возможность. Так, Макусик, ты сейчас брось темп, потому что сейчас впереди круговой, может, ты думаешь, что... А, Висперчик, ты на пидстоп. Блин, пропустили его вперед. Он сейчас пойдет на пидстоп, ёперный театр. Тогда вот так делаем. Охлаждаемся. Не езжай, Виспер, не езжай. Вот ты машина, я тебя всегда уважал. Я тебя всегда уважал. Все. Лети вперед теперь, мы будем охлаждаться. Все. А у Лутусика нормально еще бустика. Мы попотратились, и хорошо попотратились. И хорошо попотратились. Так, надо охлаждаться. Надо охлаждаться. Так, здесь нету, это понятно. Так, Макусик, ой, Макусик, ой, браншучик. Так, мы охладились. Погнали. Так, ну Лотосика мы сейчас потихонечку сожрем. Блин, этот Лотос, откуда он взялся? У него был хорошая команда у него. Хорошая у него команда. Так, Макусик по темпу проседает. Почему? Потому что он, походу, сов поставил не на 17, а, наверное, 18-19 кругов. Ой, не-не-не, нам нужно подгазовать. Ты что, мы сейчас не зацепимся за Макусика. Вы что, гоните, что ли? Вы что, гоните, что ли? Вы что, гоните, что ли? Не-не-не, вы что? Не-не, успокойтесь. Так, вот и Лотусик. Вот и Лотусик. Вот и Лотусик. Блин, а теперь главное, чтобы топлива хватило. Сейчас Лотусик только не говорит, чтобы не кругового он обгонит. Обгонит. Так, ладно, ждем дальше. Так, мы с Макусиком вырвались на простор, и сейчас Макусик начнет меня уходить, да? В принципе, это не страшно. В принципе, не страшно. Если Лотусик не такой опытный, и мы начнем от него отходить, он начнет бустовать. И это будет хорошо. Я за Макусиком не буду бустовать. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Так, нам бы с Лотусика бустик бы выкачать бы. Ух, нифига себе, Макусик, ты... Ага, пойдет. Вот это пойдет. Вот это пойдет. Цепляемся? Пойдет. Вообще замечательно. Вообще замечательно. Так, Пуксик, куда ты летишь, Пуксик? Я не пойму ни черта, что с тобой происходит. Так. Было 42 и 17... 59, да? 59. Угу. Этот круг. И еще 2. Это должно остаться 4,4, да? Так останется. Лотусик, подбустуй. Лотусик, подбустуй. Конечно, подбустуй, мой золотой, конечно. Так, держимся за Макусиком. Держимся. Пытаемся держаться, по крайней мере. Да, в конце все решит бустик. Так, ладно, паузишь. Но мы не удержимся. Так, идем на последний пидстоп. 11.3, да? Ну да, так и оставим. 11.3 так и оставим. Интересно, на какой пидстоп кто пойдет? На какой круг еще? Мы бы сейчас... Ага, так, мы заезжаем. Мы заезжаем, а вот усик попер это, да? И брауншучек с нами. Блин, но по бусту. По бусту 11.3 так нам и залили. У этого больше, у этого, ой-ой-ой, у них больше у всех буста, блин. Так, брауншучек фиговый пидстоп сделал, да? Угу. Что, попробуем уйти? Попробуем уйти. Что, Пуксик сегодня выиграет, что ли? Я не пойму, нифига. Ой-ой-ой, круговой. Ой, ты пропустил, да, собака? Макусик-то пропустил кругового, да, божешки мои, что ты сделал. Угу, броншучик пошел тратить, ага. Угу, так, и ты, да, тратишь. Ой-ой-ой, Макусик, не зацепись. Зацепился, собака. Все вы зацепились, да, потратили бусик, но вы зацепились, ёперный театр, это фигово. Не буду бустовать, даже если я сейчас не буду в крыло попадать,
Я попробую с браншутчиком прокатиться. Я попробую прокатиться с браншутчиком. Мы не можем до сих пор прогреться. Попадаем? Попадаем, я говорю тебе, конечно. А теперь, Макусик, ты удержись за мной. Надо тебя выкачать, бустик, мой золотой. Мой хороший. А лотусик прет. Лотусик прет. Это заявочка тоже лотусик, да? Это заявочка тоже лотусик, да? Заявочка. И пуксик прет. Да, пуксик тоже заявочка. Ладно. Макусик чуть-чуть подбустовал и на дересике нас обошел. Теперь браншутчик. Я не буду бустовать, я если что с браншутчиком катанусь. Не-не-не, так мы не попадаем в крыло. Так мы не попадаем, я не буду бустовать. Не-не-не. Не-не-не-не. Попасть бы, блин, вообще была бы сказка. Но мы не попадаем. Епить твою налево. Хм. Теперь за браншутчиком надо удержаться. Как? Каким образом? Фиговенькие дела. Ну ладно, подождем пока. Так, мы четвертые, да? Пуксик выиграл. Так, ну вот, вот. Так, давайте быстренько посмотрим таблицу. Ну, мы там сейчас просядем сильно. Пуксик выиграл еще к тому же. Да, Пуксика вообще вперед отпустили. Ёперный театр. На 11 очков. Молодец, Пуксик, молодец. Браншучик, так. Лотус этот оклемался. Так, следующая гонка, что у нас? Монако, ёперный театр, ненавижу.